На каждое прикосновение струны отзываются певуче и бархатисто. Благородное многоголосие виолончели не случайно сравнивают с мужским баритоном. Инструмент не просто звучит, он будто разговаривает с залом. Владислав Тугашев в паре с пианисткой Ариной Сбитневой играют одно из произведений великого русского композитора Сергея Рахманинова. Работать вдвоем нелегко, признается музыкант. Приходится осваивать большую музыкальную палитру и сложные ритмические рисунки композиции. Их, мне кажется, тяжело играть с двух точек зрения. Это первое с ансамблевой и второе с музыкальной. Потому что Рахманинов, он как раз-таки славится то, что там бесконечные линии. Как бы кажется, что вроде сейчас будет конец, и опять снова. И очень важно во время исполнения не останавливаться, потому что тогда это получится, как будто бы человек идет к чему-то, спотыкается. Это немного не Рахманинов получается. Концерт «Рахманиновская весна» посвящен юбилею пианиста. Его знают во всем мире и называют русским гением. В 20 веке он считался одним из крупнейших виртуозов-исполнителей. Вечер организован детской центральной музыкальной школой Самары при поддержке администрации города и Министерства культуры Самарской области. В этом году у нас вся страна празднует 150 лет со дня рождения великого русского композитора Сергея Васильевича Рахманинова. Я считаю, совести русской культуры, и он столб русской культуры. Он вот истинно русский композитор. В музыке вы это услышите. В исполнении юных музыкантов прозвучали такие известные композиции, как «Светлый праздник», «Сирень», «Вокалис», «Элегия» и многие другие. Ксения Баканова, Сергей Баскин. События.